Сроки приема заявок в этом году увеличены, чтобы все желающие имели возможность подготовить все необходимые документы и направить их нам на конкурс. Заявки от НКО, желающих получить финансовую поддержку из регионального бюджета, мы принимаем с 1 июня до 11 июля 2022 года в электронном виде на интернет-ресурсы kamchatka.granty.rf. Там же размещен полный перечень направлений, а также требований к участникам конкурса. На конкурс принимаются проекты некоммерческих организаций, зарегистрированных в Камчатском крае, направленных на реализацию мероприятий в сферах социальной поддержки граждан, патриотического воспитания и поддержки молодежи, благотворительной деятельности и волонтерства, развития межнационального сотрудничества, сохранения национальных языков и традиций, развития спорта, культуры, образования и другие направления деятельности. Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей. Общий объем финансирования конкурса в нынешнем 2022 году по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова увеличен в два раза по сравнению с прошлым годом и составляет 30 миллионов рублей.